от Светозара приветствует вас. Ого, блин, вы как Светозар на ТНТ, Света с того света. Да, да, знаю. Героиню с меня писали, я прототип. Вот это классно! Слушайте, я к вам по рекомендации. Да-да-да, вижу, ничего не говорите, Космос сейчас скажет все за вас. Блин, нифига себе, что Космос там знает про меня, да? Космос, дорогая, знает все. Вижу, вот как сейчас замуж выходишь скоро. Негативный фон, какой Космос говорит, вам нельзя за этого замуж мужчину совсем. Да вы чё? Вижу, вас через 4 года другой мужчина ждет, он красивый, богатый. Да-да, Бентли вам дарит... Да ладно! Блин, Светозарочка, спасибо вам большое, вы мне просто глаза на жизнь открыли. Ну спасибо, не шуршит в карманцах? С вас 20 тысяч? Да, поняла, пересылаю. Как же они мне надоели. Замуж они все решили выйти раньше меня. Ага. Конечно. Так, и откуда ты такая пьяная, а? Я что-то не понял. Это кто у нас в квартире? Да, ты кто? Ты охренела? Да, я твой муж. Нифига себе, у нас есть муж. Я повторяю, ты откуда такая пьяная, а? А, скажи, гражданин, откуда мы такие пьяные? Я не знаю. Я тебе миллион раз звонил, ты почему трубку не брала? Ты что, тупой что ли? В караоке ты не слышишь ничего. Где деньги с моей карты, а? Уведомление приходит, это его карта была. Попадос. Сорянчик. Ну, посидели с девочками, что ты кричишь? Четвертый раз за неделю. Какой же ты нудный. Угу. Я спать. Я тоже. Ну, пиздец. Ты целый год ждала этого события, и вот он наступил, твой день рождения. Сегодня все тебя будут любить, дарить тебе подарки, а еще телефон просто разорвется от огромного количества поздравительных сообщений. Но не тут-то было, сегодня тебя никто не поздравит. Не, ну что, все забыли? Алло, мам, привет, а ты помнишь, какой сегодня день? День рождения. День рождения Ольги Бузовой? Мам, ты серьезно? А, понятно. Пойду праздновать. Что? И вот ты уже в панике набираешь своим лучшим подругам, но они-то должны помнить, какой сегодня Алло? День. Алло, Маш, привет. А ты помнишь, какой сегодня день? Ты чего, не знаешь, сегодня день рождения у Ольги Бузовой. А, да, точно. У нее же у одной сегодня день рождения, да? Блин, ты чего, день рождения Ольги Бузовой, это вообще событие столетия, не забудь ее поздравить. Привет. Слушай, ты сейчас вообще без обид, но ты меня отвлекаешь, я пишу поздравительное сообщение Ольге Бузовой. Конечно. Напоминание, сегодня день рождения Ольги Бузовой. Конечно, я же забыла. Ой, божечки, хоть бы помогло. Выглядит как-то стрёмно. Я не полная. Я полноценная. Не, ну вот если вот так посмотреть, то чем-то даже и на Джоли похоже. Надо бы сделать анимашку в Снапчате. Вот с какой целью создавался этот фильтр? Вашу Машу, чё только не придумает. Блин, вот так делаешь, маски делаешь? А ведь фиг знает, что у них там в составе, чё там намешано. А может это вообще всё вредно для кожи? А-а-а, как же долго надо держать эти маски. Блин, я уже заколебалась с ней ходить. Нифига себе, у меня ноздри большие. А вот так посмотришь, вроде нормально. А так, огромные. Муж у меня всё-таки святой человек. И как он от меня ещё не сбежал до сих пор, не понимаю. Ой, блядь. Ну, вот так другое дело. Я еще и ничего, в принципе. А вот вы замечали, что как только вы находите свободное время для себя любимого, обязательно найдется тот, кто захочет вам в этом помешать. Кать, да. Постирай белье, пожалуйста. Попозже, я читаю. Так, и чем этот твой роман важнее моих чистых носков? А ты вообще знаешь, что если посмотреть на солнце под другим углом, то оно будет белым? Как это? А вот так, если выйти из атмосферы Земли и посмотреть из космоса, то на самом деле можно увидеть, что мы вращаемся вокруг белой звезды. Атмосфера Земли играет светом, лучи преломляются, поэтому светило то желтое, то красное, то розовое. И вообще это не роман, а фантастические истории о возможностях нашей Вселенной. Вот, и вообще, если посмотреть под другим углом, то это совсем не грязные носки, а белые. Просто их кто-то не стирает вовремя. Давай, закидывай. Пока все не постираешь, книгу не отдам. Косюм. Вот так
всегда бывает. Сидишь себе спокойно, никого не трогаешь, жрешь тихонечко на ночь, думаешь о высоком, смотришь любимую передачу, и тут звонит тебе он, придурок из прошлого, твой бывший. Извини, я ошибся номером. Сорян. Сука! Алло, это же я, Вася. А, тот мудак, который испортил мне жизнь и бросил мне перед днем рождения. Иди на... Алло, тебе что надо? Ну, я хочу извиниться. Ой, да ты не волнуйся. Я тебе уже одной бабки заказала. Член у тебя сохнет через неделю. Так что все нормально. Я мужчина. Всего хорошего, падла. Охуенная тёлка. Ой, и цветы приносят и приносят. Ставить уже некуда. Ну так приятно. Пошачка. Ну что, дорогой, запомнил, какой сегодня день? Цветов нет, пост в Инстаграм я не выложу. Опозорил меня на весь Инстаграм. Нет уж, дорогой, нельзя просто так взять и забыть про 14 февраля. Сараму делает что? Что творят? О, срамота-то кака! Господи, как же оно так можно, вот эту вот филейную часть на всеобщее обозрение? Стыдно! Karma's a bitch. Это я шо? Я под этим платком вот хрысь и красотка стану? Так, ща-ща. Ща буду бабаня. В смысле, уже не баба, а вот эта вот ягодка. Это цик, цик. Так как там оно? Karma's a bitch. Вот. Karma's a bitch. Наив! Ты в жопу этот ваш интернет! Одни хей! И на! Так как мы живем уже вместе, я хочу напомнить тебе об обязанностях женщины. Значит так, женщина обязана. Делай! Я понял! Ну, вроде все. Слушай, дорогой, а ты мне что за все за это? Как что? Себя? Да, конечно. Кать, ну я готов пересмотреть список, Кать! Иди ты в жопу, Кать, дорогой! Кать! Дорогой, сегодня такой важный день календаря, 23 февраля. И я хочу сказать спасибо своему защитнику и подарить подарок достойный твоего подвига. Спасибо тебе, дорогой, спасибо тебе, защитник, ты просто лучший. Дорогая, привет. Читаешь? Слушай, а ты ничего сегодня забыла? Ну, маме я позвонила, собаке корм купила, на маникюр сходила. Нет, не забыла. А если подумать? А если подумать, то ты забыл помыть за собой посуду, и это сейчас меня страшно напрягает. И это намек. А как же подарок? Сегодня же 23 февраля. И что? Это повод не мыть посуду? Но... Ты даже не служил. Какое но? Иди мой посуду! И не беси меня сейчас. Извини. Я читаю так-то. Нормально же! День начинался, нет, пришел меня и вывесил! Мы интенсивнее, не поняла! Защитничек! Я пролил. Да